как я, да? Пупусики, как, походу, я нашел кладуху. Потому что сигнал, блин, хороший вообще был, блин. Она обычно одна, ну, просто звенит, а это прям так мощно, прям. У меня так наподобие было, когда я в этом роднике, они тоже в куче лежали, ну, штук 5, например, ну, где-то так. Тоже такой сигнал, я, блин. Еле пробивает. Может, он закормил. О, здесь что-то кого-то выкрал. Или нет? Да, вроде. Может, это я? Попробую здесь камеру. Нет? Да, вроде. Скорее всего. Нет, что-то пик-пик было. Ну попробуй, где у тебя? Сейчас. Да, железка какая-то здесь лежит. Железка валит, походу. Есть что? Что-то палец какой-то или что? А почему белый? Не знаю. А, нет. Пикнул уже, блядь. Тут и был какой-нибудь гвоздик, блядь. А, не. А. Буду угадать сейчас. Где ты? Ищи. Видишь? Что-то? Кромочка. Это иголка, короче. Ай, фу, блин, иголку найти вообще не это. А, ёлка. Чё ну, вообще это? Точно так? Да. Ну, иголка и всякие символы. Она даже с ушком. Да. С ушком. Блин, ну иголку мы точно первый раз находим. А, да. В стоге сена. Блин, ну какой он мощный, блядь. Он иголку берёт, блядь. Ёкарный бабай, блядь. Вообще, блядь. Держи. Все, тишина. Нормально. Иголка и 8 монет. Вообще, блин. Охренеть можно просто, блин.